Здравствуйте, дорогие подписчики канала In Dubai. Меня зовут Анна, и сегодня наш проект пригласила в гости замечательная женщина, которую зовут Ада Викторовна. А мы находимся мы в Дубае, как вы знаете. И сегодня я хочу спросить Аду Викторовну несколько вопросов. Как так получилось, что вы оказались в Дубае? Вот так все в жизни и бывает. То, о чем не мечтаешь, обязательно сбывается. Мой сын, вернее, мой внук поступил здесь в школу, учится, а я бабушка. Я борщи варить, котлеты жарить. Ну вот, внука кормить, вот такая моя задача. Заодно и самой, вот довольно-таки уже в очень-очень пожилом возрасте, наконец-то я тоже смогла посмотреть и вот этот кусочек нашей земли. Спасибо огромное. А почему именно Дубай? Как я поняла, Дубай вам очень нравится. Очень нравится. Вы знаете, вот когда мы живем там у себя, в России, то когда говорят вот Дубай, Эмираты, все время представляешь себе вот арабскую страну с какими-то очень строгими правилами, в том числе с достаточно строгим дресс-кодом, чтобы ничего не было обнажено. А когда сюда приехал, вот в других Эмиратах, может быть, несколько по-другому, но Дубай – это такая свобода. Это столько ярких красок, это все настолько вокруг красиво, так хочется это все видеть. И совершенно свободно, и абсолютно спокойно. Конечно, можете одевать все, что хотите, но я так думаю, что ваше воспитание не позволит вам ходить совсем уж без ничего, а все остальное можно здесь носить. А как давно вы живете в Дубае? Я смеюсь дома, когда говорю, я уехала в командировку в Дубай. То есть я здесь, значит, по 2 месяца, вот, собственно говоря, 2 месяца осенью, 2 месяца зимой, 2 месяца весной. И вот у меня получилось, что в общей сложности 1,5 года. Но я вам хочу сказать, что в любое время года об этой земле можно сказать, что это цветущий райский уголок. Это вот кусочек рая на земле. Очень много зелени, цветов, красок, цветущие кустарники, даже цветущие деревья. И когда вот всем этим любуешься, и на все это смотришь, и появляется тогда вот мысль, вопрос такой, как смогли люди, какие же они умные, что они в пустыне, в песках вот построили такую сказку. Замечательно просто, здесь очень хорошо, очень свободно и очень-очень спокойно. Так что, кому нужно хорошо отдохнуть, приезжайте в Дубай. У кого есть дети, тем более, здесь столько для детей развлечений. В самом Дубае несколько аквапарков, великолепных. Здесь очень большие такие торгово-развлекательные центры, и там для детишек, ну вот, например, в Emirates Mall Planet Magic, то есть планета магии, там для детей каких только игр и игрушек нет. Нет, вас взрослых туда не пустят и правильно сделают, потому что там вы детям не нужны. И потом очень спокойно, дети все время под присмотром. Вот знаете, как интересно, вы за детей, за своих не волнуетесь. Вот вы в аквапарке можете своего совсем маленького ребенка одного отпустить, не волнуйтесь. Там за ним наблюдают 1000 секьюрити, ничего с ним не случится, даже ни одного синяка не набьет. Вот такое здесь отношение к детям, отношение к окружающим. И что еще хочется сказать, что вот все так построено, так сделано для человека. Вы знаете, на это постоянно обращаешь внимание. Вот идешь, казалось бы, вот бордюры, да, везде есть съезды для колясок. Очень здорово. Потом, вот обратите внимание, во всех этих торговых центрах, в метро, везде, кроме эскалатора, обязательно лифт. Как же это удобно. То есть нет никаких ограничений в передвижении для людей с ограниченными возможностями физическими. Все, что хотите. И красоты много, и удобства очень много. И вот
я всем советую посетить Дубай. Но мы с вами не будем сейчас говорить о шопинге, потому что иначе прям там будет очередь. Я думаю, самолетов, рейсов не хватит в Дубае, чтобы приехали. Во-первых, великолепный шопинг, просто замечательный. Во-вторых, вот скидки реальные, потрясающие. А с 5 января по 5 февраля это вообще сезон скидок. Здорово. Приезжайте в Дубай. А мы уже в Дубае. Но вы тоже приезжайте, как видите. Обязательно приезжайте. Вы получите море удовольствия. Просто море. И не бойтесь, если вам говорят жарко. Ничего подобного. Во-первых, здесь везде кондиционеры. Метро – кондиционер. Такси – кондиционер. Кстати, здесь очень дешевое такси. Так что, я думаю, пешком вы много ходить не будете. Вот. И в любом магазине кондиционер. Вы почти не будете вот на улице ни в какой ни жаре. Здесь, если 32-34, это совершенно нормально. Это не жарко. Вот после 35 уже жарковато. А 32-34 здесь нормально. Вот со многими людьми общалась за это время. И вот такой постоянный вопрос возникает с продуктами. Как вот вы... Вот вообще, как вам здесь продукты? Как вы питаетесь? Есть ли какие-то свои... Поскольку покушать любим, то питаемся очень хорошо. Но я вам так скажу. Здесь самый широчайший выбор. Продукты со всех стран света. Просто надо, и, надо походить, посмотреть и выбрать то, что вам нравится, что для вас лучше. Ну, во всяком случае, я хочу сказать, что вот... Здесь большая гарантия чистоты этих продуктов. Здесь колбаса здесь невкусная, но она зато без всяких добавок. Мы же привыкаем к определенным вкусу, поэтому нам сложно. А это как наркотик, нам этих добавок не хватает. А вот местные люди, они всегда вот именно вот только местные продукты едят. Великолепное мясо, какое только вы хотите, уж как представлено, и кусочками, и полосочками, и ломтиками, и большими кусками. Все, что хотите. Выбор. Баранина необычайно вкусная, нежная. Не хотите австралийскую, берите из Новой Зеландии. Не хотите новозеландскую, берите бразильскую. Но здесь вот нет проблем таких. Я уже не говорю там и рыба, и морепродукты. Вот все, что хотите, это все есть. Великолепно, кто любит сладкое, это для того, значит, великолепные арабские сладости. Пожалуйста. А, вот вы, кстати, спрашивали о жаре, да? Да, да. А вот я вам хочу сказать, что для лиц пожилого возраста тоже вот проверено опытом и собственным. И у моих приятелей здесь мамочка очень-очень пожилая, ей 86 лет. Вот она страдает от гипертонии, повышенного давления. У меня давление тоже повышается. Как вот сюда прилетели, сошли с трапа самолета, все. Удивительно. Все давление нормализуется. Сколько здесь живешь, повышений давления так, таких нет цифр. А вот, вот это очень хорошо. Аллергия, вот если вот есть. И вот почему что-то... еще вот самый, может быть, первый ваш вопрос был, вот почему Дубай? Конечно, ребят, не только из-за красот, вернее, не из-за них приехали. Вот у меня внук аллергик, причем тяжелейший. И в Москве, они, дети в Москве живут, там вот апрель, май месяц, он задыхается, ему нельзя даже из квартиры выйти. Он вынужден сидеть в четырех стенах. И врач-аллерголог сказал однозначно, увозите вашего сына, увозите. И мы поэтому вот приехали сюда, потому что у него аллергия на всякое цветение. На деревья особенно цветущие, вот елки, ужасно. А здесь... Здесь мы прожили вот этот год, мы прожили без всякой аллергии. Не у нас ничего. Вообще никакой реакции не было аллергической. Поэтому, конечно, мы будем руками-ногами держаться. Дороже здоровья ничего нет.
Пусть даже хоть в пустыне жить в песках, но только чтобы быть здоровым. А тем более жить в таком вот, я же говорю, вот эта земля кусочек рая на земле. Жить в таких вот прекрасных, великолепных условиях, в такой красоте и еще избавиться от аллергии, это можно только мечтать. Только мечтать. Это удивительно. Почему-то многие считают, что, переехав в Дубай, здоровье, наоборот, должно ухудшаться, так как вроде Нет. попадаешь в какой-то тяжелый климат, Нет. очень мало кислорода. А на самом деле, значит... Нет, что-то... здесь что, ребята, еще очень хорошо? Здесь же море. Угу. И вот этот морской воздух. Вы же ним дышите постоянно. Это же замечательно. Это же для здоровья так как хорошо. Но многие ли из нас имеют возможность жить возле моря? Это ж редко такая возможность попадает. А здесь вот этот морской воздух, ну не знаю, ну просто замечательный. И потом, ну дыхание пустыни, да, иногда слышно. Зимой бывает, что ветер воет и песок несет. Но это вот какой-то период, ну может быть, несколько часов в день. Ну не больше. А ведь все остальное время очень хорошо. Собственно говоря, что такое здесь зима? Это плюс 27-28. И море теплое, и можно, пожалуйста, загорать, и даже плавать. Вот такая зима, да замечательно. А уж если у кого-то вот проблемы со здоровьем вот такого плана, аллергикам здесь очень хорошо, очень. Не знаю, вот я вам могу только вот на собственном опыте сказать, что действительно замечательно. И я себя здесь лучше чувствую. Вот реально лучше. Лучше. Лучше, да. Ну вот приезжая куда-либо, все равно организму нужно адаптироваться. Как вот конечно. У вас проходил этот процесс адаптации? Вы знаете, все не так просто. Вы правы, конечно. Вот этот период адаптации, он всегда есть. И поначалу ведь сравниваешь с тем, что ты имел. Угу. Ну, это нормально, да? Любой человек всегда сравнивает. Конечно. И поначалу вот все казалось не то. И мясо пахнет не так. И, значит, фрукты не такие, и то не этак. Ну, в общем, какие-то вот такие были мысли, сказанные вслух. А сейчас вот прошло какое-то время, и вот мнение поменялось. Действительно, когда уже ближе с этим столкнешься, ближе познакомишься, тогда уже и мнение меняется. Тогда видишь, что это действительно хорошо. Потому что, вот, знаете, вот даже такой вопрос чисто религиозный, да? Что, ну, люди же разных конфессий. Конечно. И, казалось бы, вот христиан таких вот здесь же тоже немало. И мусульмане есть, и христиане, вот, особенно среди приезжих. И из тех же наших вот стран Россия, Украина, Белоруссия. Вот, ну, мы как? Мы же свининку любим. Ну, любим мы. Нет, и мне казалось, ну что делать? В Дубае ж этого не купишь. Это ж мусульманская страна. Да ничего подобного. Есть великолепные продовольственные магазины, огромные. И там обязательно есть отдел с русскими продуктами. Пожалуйста, там колбасы всевозможные. Правда, знаете, как интересно, вот я обратила внимание. Вот московская колбаска, там кремлевская колбаска. Докторская, по-русски все написано. Сделано в Германии. Ничего себе. Но зато вот это то, что то, к чему. Это те продукты, к которым вы привыкли, которые вам хочется. Пожалуйста. То есть, я, знаете, когда первый раз отсюда вернулась домой и говорю, ну, есть такая. Ну, расхожее выражение, вернее, расхожее выражение, в Греции все есть. А я приехала, я говорю, ну там Греция, в Дубае все есть. Скажите, чего в Дубае нет? Все есть. Здорово. Такой у нас хороший Дубай. Замечательный просто, приезжайте. А вот бытовые вопросы как решаются здесь, в Дубае? Вы знаете, я пока еще так не сталкивалась очень близко, но со слов своих детей, которые вот в эту квартиру, когда въехали, они занимались тут вот косметическим ремонтом. Вот стены красили там,
Ну, буквально вот здесь единственное, вот это, наверное, потолки белили, все остальное здесь было сделано. Вот. И вот они мне сказали, что... И не только они, потом я и от других людей слышала, что вот такие мелкие работы, вот, например, вот по ремонту там помещений, электрика какая-то, какие-то электронные эти работы. Здесь нет хороших специалистов. Ну, просто их нет. Мы даже одному своему знакомому, который в России там имеет свою бригаду, которая ремонтом занимается, мы ему советовали, приезжай сюда вместе с бригадой, здесь будешь миллионы зарабатывать. И даже вот так мне говорили, я сама с этим не сталкивалась, у нас эта техника закуплена новая, а мне вообще-то говорили, что если вот сломается там микроволновка или холодильник, проще пойти купить новое. Во всяком случае, здесь эти вещи не такие дорогие. Говорят, починить стоит будет столько же, сколько купить новое. Вот такие вопросы. Так что не знаю, вроде бы вот так. Народ рассуждает. Вы так нам красиво нарисовали Дубай, и это действительно так, и я с вами полностью согласна. Но хотелось бы показать другую сторону немножко Дубая. Чем он вам не нравится? Что вот в нем вам не понравилось, когда вы приехали и пожили здесь? Вы знаете, я думаю, что здесь как в любви. Когда любишь человека, тогда даже его недостатки превращаешь в достоинство. Так вот, здесь, вы знаете, ну как-то я вот недостатков-то не заметила. Ну, я не буду говорить о том, что здесь не просто чисто, а чересчур чисто. Можно было бы где-нибудь не так уж. Вот, ну очень, эти все мостовые, все дороги, все это моется, выскабливается, чистота необычайная. В метро это просто удовольствие, чистота, прохлада, очень хорошо. Но я не могу найти каких-то таких недостатков. Вот здесь жить, это просто получать удовольствие. Потом мне что еще здесь очень понравилось? Вот где бы я ни была, в каком бы районе я ни была, где бы я ни ходила, здесь очень приветливые люди. Знаете, очень приветливые. Вам всегда помогут. Я хожу уже плохо в моем возрасте. Как я смеюсь, я говорю, я ж не хожу, я ж передвигаюсь. И по ступенькам мне особенно тяжело. И вот, знаете, обязательно кто-нибудь подойдет, ну, я там несу с магазина какой-то пакет с продуктами, обязательно кто-то подойдет вам помочь. Давайте я вам помогу. Поднимаюсь вверх по ступенькам, женщина, давайте я вам помогу. Понимаете? Вы заходите в лифт. Ну, в принципе, всех знать невозможно, конечно. Дом очень большой, дом 30-этажный. Здесь... Как 40 этажей, небоскреб. Да, у нас не дом, у нас небоскреб, 40 этажей, всех, конечно, знать невозможно. Но даже вот незнакомые люди заходят утром в лифт, обязательно здороваются, только и слышно. Morning, morning, все здороваются, это так приятно, вы знаете, это очень хорошо. Так что вот, ну, как всякий влюбленный человек поначалу, я каких-то таких недостатков, ну, просто не заметила, ну, просто не вижу. Ну, если вы заметите, вы нам обязательно расскажете тоже. Ну, непременно, непременно. Очень много, скажем так, родителей наших подписчиков, моя мама в частности, вот спрашивают, вот как же вот он, Дубай, приспособлен для людей старшего поколения? Вот что очень вы можете на это хорошо. Сказать? Очень хорошо. Во-первых, если у мамулечка уже в таком возрасте, что ей трудно ходить, ради бога, Дубай вообще не приспособлен для пешеходных прогулок. Берите такси, это очень дешево. Поезжайте с мамулечкой в Крик-парк. Там везде скамеечки, там можно на травке полежать, возьмите с собой что-нибудь, в том числе и даже покушать что-то возьмите. Проведете там целый день, получите такое удовольствие. Здесь много парков, здесь много. Возьмите мамочку обязательно в аквапарк. Она здорово. Тоже получит там удовольствие, обязательно. Особенно в Wild-Wadi вот эта процедура есть, где рыбки там ножки ваши обкусывают. Ух ты, ни разу не была, надо обязательно побывать. Это такое удовольствие.
удовольствие, ну просто я вам не могу передать. Мамуля получит даже удовольствие, даже вот рядом с домом, какой-то скверик, где-то вот озеро, тоже везде скамеечки, все это предусмотрено, чтобы это было удобно. Скажите маме. Передайте от меня лично, пусть хорошо. Обязательно приезжает. Здесь такое вкусное мороженое, замечательное. Я думаю, что она так попробует, потом будет каждый день ходить и пробовать все новые сорта. Здесь мороженое итальянское, английское. Вот больше 20 сортов, я не считала, но много. Здорово. Так что обязательно пусть приезжают. И что тут пожилым, им всегда помогут. Что-то вот где-то пойти, что-то вот, я говорю, всегда помогут. Да здесь вообще вот масса удовольствий. А вот бывает жарко очень сильно. Как вот вы жару переносите? Ну, я вообще холод плохо переношу, а жару замечательно. А потом я говорю, ну, жары как-то вот, ну, не чувствуется. В квартире кондиционеры везде, и в любом помещении везде кондиционеры. То есть с жарой особенно не сталкиваешься. Mm-hmm. Я понимаю, конечно, те люди, которые вот работают, у нас строители mm-hmm. вот работают, да-да-да. Здесь у нас вот сквер разбивают. Конечно, я думаю, что им жарко, конечно, все время на улице. Mm-hmm. Но мы же вашу мамулечку к строителям не будем записывать. Она же уже на пенсии, имеет право отдыхать. Это замечательно, здорово, что конечно. У вас вы так полюбили Дубай и нашли очень много плюсов. Очень много. Мы очень-очень рады. А много ли у вас здесь друзей? Вы знаете, за то время, что я здесь, я уже успела обзавестись друзьями. Может быть, если бы я была более подвижной, может быть, их было бы еще больше. Здесь вот есть такой недостаток, но это может быть наш недостаток. Общаться ведь трудно, когда не знаешь языка. Вот постоянно это чувствуется. Когда куда-то пойдешь, что-то вот хочется спросить, ну, это сложно. Я там какие-то, может быть, слова знаю, где-то чего-то в словарике посмотрю, где-то мне внук, значит, расскажет, как бабушка надо говорить, спрашивать. Вот это да. чувствуется, конечно, вот это. Ну, назвать это недостатком Дубая я, конечно, не могу. Это скорее вот наши особенности, наш недостаток, что в свое время вот не учили языки, а теперь от этого страдаем. Ну, вы знаете, язык жестов, он понятен всем в мире. Поэтому всегда можно объясниться. Всегда. И какие-то... Я с вами согласна. Да, конечно. А как вот очень много русских, я знаю, живет много в Дубае. Много русских. Даже вот в нашем доме много. Ну вот у меня, вот мы здесь подружились, сначала дети наши подружились. Мой внук, вот Денис. Его теперь на нынешний манер зовут Денис. Денис. Ага. А так он у нас Денис. Да. А здесь, значит, на 12 этаже живет семья. У них мальчик Рой. И вот они так подружились, мальчик по-русски хорошо говорит. У мальчика мама русская, а папа сириец. Ну вот в связи с этими военными действиями они вынуждены были оттуда уехать. Рой здесь ходит в школу. Вот. А я познакомилась с его родителями, вы знаете, такие прекрасные люди. Нам так хорошо вместе. У нас находится масса тем для разговоров. Масса. Ну, друзья моих детей, вот Папазовы, тоже очень хорошие люди. Знаете, вот, наверное, я вот над этим задумывалась. Я так думаю, что Дубай притягивает хороших людей. Вот даже как. Да. Может быть, и правда. Понимаете, вот я с кем не познакомлюсь, все хорошие, плохих еще не видела, не встречала. Может быть, вы очень хороший человек. Да нет, ну действительно хорошие люди. Действительно, с ними хорошо и удобно, и замечательно просто. Замечательно. Так что мамочки передавайте, даже пусть не сомневаются. Хорошо, обязательно. И в самолете передам. Нормально долетит. Там, когда прохладно, дают плед, чтобы все хорошо. Пусть прилетает непременно. Дорогие наши мамочки, вот послушайте. Прилетайте, приезжайте. Здесь так чудесно. Получите море удовольствия. Ну и напоследок хотелось бы спросить, что вы можете сказать, посоветовать тем людям, которые
вот хотят переехать в Дубай, планируют в ближайшее время переехать в Дубай? Ну, прежде всего, я посоветовала бы, конечно, выучить язык. Английский надо знать. Все. Иначе они будут здесь ограничены в своих возможностях. А еще что я единственное могу сказать. Да кто хочет, тот всего добьется. Здесь возможности для этого есть. Здесь есть кому обратиться. Ну вот в частности у моих вот этих новых знакомых, у них консалтинговая фирма, в том числе кадровое агентство. Mm-hmm. Они занимаются тем, что вот устраивают, значит, подбирают, вернее, персонал для парикмахерских, для магазинов, для фирм всевозможных. То есть возможности здесь очень большие. Было бы желание и, конечно, нужно. Язык, конечно, тогда будешь чувствовать себя совершенно свободно. Для молодежи очень хорошо, возможностей масса, пусть приезжают. Спасибо огромное за то время, которое вы нам уделили. Да на здоровье! За этот вкусный чай, у вас действительно очень уютно дома, и нам очень понравилось. Спасибо, мне приятно это слышать. Спасибо. И если вот вдруг вот в Дубае тоже вот есть люди, которые бы хотели с вами познакомиться, встретиться. Можно ли как-то с вами связаться? С удовольствием. Но здесь есть у нас одно но. Я вот буквально днями уже уезжаю, закончилась моя третья командировка. Как только приеду по осени, я вас разыщу. А что вас искать? Мы с вами живем. Мы сейчас, мы соседи. Все. И дадим координаты. И будет у нас, ребята, свой клуб здесь. Вот, видите, как вот. Замечательно. Мамочек привезете, папочек, дедушек, бабушек. Да мы тут такой устроим молодежный клуб для тех, кому за 70. Весь Дубай вздрогнет. Спасибо огромное, замечательная идея. Можно это, кстати, сделать в рамках проекта «Индубай», почему бы и нет. Замечательно, конечно. Спасибо огромное, пожалуйста, Анна Викторовна. Пожалуйста. Если вы тоже живете в Дубае и вы хотите рассказать свою историю, поделиться опытом, дать свои советы, то мы с удовольствием приедем к вам в гости на чашечку чая. И если вам это интересно, пожалуйста, напишите мне. С вами был проект «In Dubai», Анна и Ада Викторовна. Всем желаем хорошего дня, либо вечера. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Всем пока! Пока-пока!